страшная, страшная история. В одном светлом вятском поселке, на светлом переулке, пошел черный, черный снег. Загадочные кадры из Кикнура прислал нам Юрий Морданов. Там дети не ловят ртом снежинки, а вместо снежков играют в грязьки. А теперь, внимание, вопрос. Кто, по словам автора видео, виноват в выпадении черного снега? Вариант А – американцы. Вариант Б – виноваты власти. Вариант С – это наказание поселку за грехи. И вариант Д – лучше бы дороги сделали. И правильный ответ – лучше бы дороги сделали. Но еще правильней ответил тот, кто по старинке ругал власть. Грязь и чернь идет от администрации. Вот результаты расследования. От кочегарки, которая отапливает администрацию поселка. Есть в этом и большой плюс. У кикнурских снеговиков, возможно, из-за примеси сажи, горят глаза и освещают темные улицы поселка. Поэтому переулок является светлым и днем, и ночью. Страшная, страшная история.